видишь, что ты. А живут сколько? До 40 лет. Этим по 4 года. Правда, слушай, есть муравьи, которые живут 25. Я в наследство буду оставлять. Знаешь, как сумасшедший. Есть пары, да. Есть. Сухопутные. Даже могут утонуть, если не вылезут из воды вовремя. Нет, им нужна влажность и небольшая ванночка, где они линяют. На линьку они заходят в воду с головой. Сидят там где-то сутки и выходят, перелиняв. И пара сколько стоит? Самая простая пара стоит вот хагенов. Вот, 2500 рублей. Есть подороже виды, ну, более редкие, более интересные. От вида зависит. А вот это? Это одиночный самец Redline. Он, в принципе, может один жить без проблем, но это тот род, который не размножается. У него морская личинка, а вот эти сразу прямое развитие, то есть они сразу крабиков клепают. Это все наше поведение. В пресной воде? Без воды вообще. Даже без воды вообще? Да. А у них